Привет, ребят, и сейчас мы с вами задонатим. На акцию под названием PSG выход. Делаем перестанцию. И будем дома. Поехали, ребят. Успешно, друзья. А донатю, знаете как? Знаете почему? Потому что мне на стриме вчера задонатили на Киви кошелек. То есть мне еще раз донатили, и сегодня на Киви кошелек там 570 рублей. И, короче, реально я благодаря своему подписчику доначу сейчас в Браул. Короче, первый мегаящик пошел. Джеки 141, нафиг. Просто очень сильно хочу Джеки прокачать 5 денег. Хорошо. Три предмета, пацаны. Это два гаджета. Это пассивка. На Шелли гаджет перемотка. И гаджет на Барли липкий сироп. Найс. Ребятки, нам не хватает немного гемасиков, чтобы купить еще. Блин, на еще 4 мегаящика не хватило чуть-чуть. Жалко, конечно. Но прикольно, выпали гаджеты. И теперь у меня есть гаджет на Барли и гаджет на Шелли. Блин, просто я очень хочу сейчас выбить 12 гемов и открыть 4 еще мегаящика и прокачать очень жестко. Очень жестко прокачать Джеки, потому что благодаря тому, то, что вы мне на стриме задонил мой подписчик, благодаря этому я сейчас доначу. Да, реально. Ему спасибо. Давайте прокачаем Джеки. 7 уровень. Блин, я сейчас открыл, я бы мог, наверное, до 9 прокачать. А, очень хочу Джеки на фу прокачать, очень. Ну, посмотрим. Я просто очень хочу 4 багажника открыть. Блин, друзья, реально, спасибо ему за то, что он донатил, потому что реально, благодаря ему сейчас задонатил в игру. Вот. Фу, блин, 10 гемасов не хватило. Я бы сейчас бы 4 мегаящика открыл бы, да. Пожалуйста, вы будете 12 гемов. Я открою эти 4 мегаящика. И мы сможем Джеки прокачать на 8 уровень. И на год там, то, что я хотел прокачать, уже будет все равно. Я потом еще голдычку с мегаящика выбью. Ну хотя бы на 8, то может на 9 прокачаем. Просто представляете? Фу, Джеки, это вообще зимба будет. Фу, новая Джеки, друзья. Реально. Спасибо, то, что вы донатите, то есть вы мне такому, знаете, ютуберу донатите, и спасибо, конечно, пауза. Продолжаем, друзья, ролик. Реально, спасибо, то, что вы так делаете, просто от души, потому что, ну, реально, типа, мне приятно то, что, ну, то есть, то, что вы смотрите, и то, что вот так вот, типа, ну, это круто, я... задонил, типа, и теперь Джеки смог прокачать, золото выбил, гемов выбил, могу их вообще сейчас на скин какой-нибудь потратить, но нет. Я на скин не буду тратить, потому что мне сейчас эти скины, ну, не нужны мне эти скины сейчас, реально. Реально, дорогие друзья, мне эти скины, ну, не нужны. Так, дай мне забрать гем. Иди на базу. Блин, вот если сейчас выпадет 12 гемов, я не знаю, я рад буду. Пожалуйста, выпадите 12 гемов. И реально, если они не выпадут, мне придется донатить сейчас 30 гемов. Еще 30 гемов. А я не хочу сейчас донатить 30 гемов, поэтому... пожалуйста, выпади. Я реально надеюсь, что выпадет 12 гемов. Три гема. Еще 8 гемов. 8 гемов надо, чтобы из большого ящика выпало. Друзья, ребятки, поставьте лайк, чтобы выпало. Реально, должно... Мы должны открыть 4 мегаящика открыть, это пипец же будет. Ну капец, я рад то, что... Опа, и тут у меня гаджет. Да, реально, спасибо. Ну я вчера офигел такого донатика крупного, вот реально, спасибо подписчику. Блин, ну круто, 7 уровень, как вы понимаете сейчас. Джеки 100 кубков, 7 уровень, капец. Она очень тащерная. Ну капец, я ее сейчас на фул. Извините, я ее сейчас на фул прокачаю. Это вообще. Это будет монстр. Я буду на ней поднимать кубки. Я буду на ней поднимать 700, может там 600. Я на ней буду. Я буду стараться на ней большие кубки поднимать, реально. Блин. Ну, должны гемы выпасть. Пока эта акция не попадет, должны либо гемы выпасть, либо я должен занять 30 гемов. Ну, реально. Должны выпасть гемы.
должно быть продолжение этого ролика. То есть, если они выпадут, то я потом продолжу этот ролик тогда. Либо я сейчас доначу сразу. Но я просто не хочу донатить. Ну, реально, донатить из-за того, что мне там не хватило. Я просто думал, что мне выпадет бонус. Типа, гемы. Это же ограбление. Они, мои тиммейты вообще не играют. Я думаю, что такое? Это ограбление же. Они вообще не играют. Прыгай, прыгай, Кроу. Дебил. Дурак, дурак. Блин, седьмая Джеки. Это 100 кубков. Понимаете? Вот это 100 кубков. 100 кубков. Ну это что? Это не кубки. Это 100 кубков. Но это не кубки вообще. Ну что это? Что это? Что это такое? Что это просто, пацаны? Что это? Что это просто? Это не кубки вообще. Ну это... Ай, пацаны, это... Мега имба. Пожалуйста, 8 гемов, я тебя прошу. Игра. Фух, боже, 8 гемасов. Блин, я не знаю, что делать, я не хочу донатить, нет. Еще 7 гемов я не хочу донатить. Я не знаю, что мне делать. Что же мне предпринять? Давайте сыграем еще одну карточку в ШД. И сейчас, пожалуйста, выпади 8 гемов, либо 12. Очень надо, потому что сейчас мы должны открыть мега ящики, прокачать. Вы понимаете, сейчас... У меня сейчас Джеки почти уже 9 уровня. То есть фуловый персонаж за несколько дней, вы понимаете. Опять фул аккаунт у меня будет. То есть фуловый персонаж за несколько дней. Потом сейчас Спраут еще выйдет. Но сейчас акций будет очень много, то есть... Я, может, даже вот эту акцию сейчас возьму, потом и куплю уже сам. Если вы поставите много лайкосиков, уже если гемов мне не хватит, тогда я куплю и 4 мегаящика. Всего я открою 8 мегаящиков, короче, поставьте дофига лайкосов, тогда я это сделаю. Я куплю еще акцию, и тогда уже сделаю. И тогда уже, которые гемы останутся, я буду копить на Спраута. Потому что я надеюсь, что он будет не мификом, а эпиком каким-нибудь. Ну, это это мега имба. Этот персонаж, это имба, я не знаю, это имбучая ембовость, это ембовость. Ембовость ембучая. Ембучая ембовость. Это не мат, ембучая ембовость. Вот. Блин, друзья, я хочу... Прикиньте, 8 мегабоксов, это же жесть. Конечно, будет жалко тратить денежки, но... Возможно, кто-то на стриме какой-то топ-донатер залетит, и задонит косарь там или 2 косаря, например, тогда... Чуть-чуть задонить можно, то есть... Если теперь мне задонят, там, 10к и скажут, купи 2000 гемов, но... как бы придется, наверное, купить, потому что я хотел бы, да, хотелось бы, конечно, потратить на что-то другое, но я потрачу 7500, а там 2500 у меня останется все-таки, потому что... Вообще, это тебе, ну, считай, это тебе бесплатно дали, и, то есть, сказали на что-то, в принципе, можно. Вообще, как бы... Не знаю, вдруг какой-нибудь топ-донатер залетит. Нет, тому подписчику, который это сделал, реально спасибо, потому что... Ну, реально, это была жесть, потому что, ну... Эмоции реально переполняют. 500 рубасов, такое никогда не было. Это впервые в истории, просто, понимаете? Впервые в истории. Пожалуйста, 8 гемасов, я тебя прошу. Вы хотите контент? Просто 8 гемасов. Если сейчас ссылка не даст мне 8 гемасов, я, короче... Сниму продолжение этого ролика, только я уже задоначу нету! Нету 8 гемасов. Ждите продолжения. Ждите продолжения. Ай, блин. Фу, ждите продолжения этого ролика, пацаны. Удачи, пока-пока.